Добрый день. Готовлю праздничное горячее блюдо. У меня начиненные грибы. Грибы будут на овощной подушке. Морковь, лук, красный, чеснок, кальраби, сладкий перец. Соль, перец, овощной бульон. Грибы буду начинять. У меня отварное мясо утки, это грудинка, и творожный сыр. Готовлю начинку к нашим грибам. Мясо я порезала, творожный сыр. Добавляю перец, овощной бульон. Не солю, потому что творожный сыр соленый и мясо у меня соленое. Начиняю наши грибы. Еще на 15 минут отправляются в духовку. Грибы отправляю на овощную подушку. И это все идет на 20 минут в духовку. Грибы у меня почти готовы. Налью немного овощного бульона. Немного сливок. Каждый кусочек покрою сыром моцареллы. Грибочки. Я отдельно их поджарила. Помидорки. На 5-7 минут в духовку, чтобы сыр моцарелла разгладился. Покрою немного еще укропом. Праздничное блюдо готово. Довольны результатом моего праздничного блюда. А вам желаю всего доброго. Посмотрим, как наше блюдо выглядит в разрезе. Грибочек, начинка. Очень-очень вкусно. Готовьте, радуйте своих близких и родных.